Очень коротким и насыщенным был визит в Ноябрьск директора департамента здравоохранения округа Николая Винокурова. За несколько часов, что он провел в городе, Винокуров вместе с главой администрации Жанной Белоцкой и главным врачом Игорем Жуковым осмотрели строящийся спеццентр и перинатальный центр. Напомню, эти объекты имеют окружное значение, и ввод их в эксплуатацию уже не за горами. Так, окружной центр СПИД должен открыть свои двери примерно через полгода, в сентябре 2013-го, а перинатальный центр ровно через год, в феврале 2014-го.